В общем, собираем потихонечку мы всех подписчиков здесь. Ну что ж ты, рыжий пес? Ты что, не патриот? Ла-ла-ла-ла. Идеальный охранник в спаре. Видишь, где какую-то голубятину тянет? Почему ты, блядь, не полную льешь, себе половину, ничего пойму. Вымахал до больше дена, елки-иголки. Ребята, посмотрите, с Future Technologies Company я пополнил всего за время работы, с ними работаю уже практически год, 560 тысяч рублей. Это все, что я пополнял. Но вывел я уже 1 миллион 800 тысяч рублей. То есть это деньги сверху, которые я заработал. Сейчас у меня активный депозит на 500 000 рублей. Я уже заработал за 5 дней 530 тысяч 728 рублей. Future Technologies Company реально помогает зарабатывать. Они помогают мне заработать на искусственном интеллекте, на блокчейне, на криптовалютах, на лучших стартапах. Ребят, я сам лично в этом ничего не понимаю, но уже практически год работаю с ними и заработал, вывел уже 1 миллион 870 тысяч рублей. Хотите зарабатывать вместе с Future Technologies Company? Ссылочка на них в описании. Хе-хе, ребятушки, хо-хо-хо, хочется сказать. Предновогоднее настроение, да, у вас? А у нас нет. А у нас вот так вот. Давно он не показывал наше верхнее озеро в городе Калининград. Полюбуйтесь. Соответственно, лебеди никуда от нас не улетают, они наоборот к нам прилетают. Потому что у нас тепло, плюс 8 градусов. Сегодня какое? 21 декабря. Вон лебедушки плавают, пожрать просят. Донаты собирают. Также в Калининграде очень большой выбор концертов, куда сходить. Ирина Круг, Ольга Кормухина, не знаю, кто это такая. Миша Шуфутинский приезжает, уральские пельмени. Варума Гутин, по-нашему, по-немецки, это, ну, блядь, по-нашему, потому что я немецкий язык в школе учил. Это переводится как «почему Агутин?» Варум это почему? Наверное, на пельмени-то мы сходим 24 января. Надо билеты уже покупать. Вот супер! А иду я сейчас к Димасу. К Димасу зачем я иду? А, я просто сейчас Димасу выскажу. А Дима выйдет, а сбросите мячик. Потому что дальше мы идем к Андрюхе. Андрюха – это парень, который переехал из Красноярска. Смотрел мой инстаграм и захотел переехать из Красноярска в Калининград. Ему очень понравилось. Что ж сказать, приехал он с девушкой, с Катей. Катя из Новосибирска. В общем, собираем потихонечку мы всех подписчиков здесь, в нашем анклаве. Так что давайте, вас тоже ждем, приезжайте. Сейчас, как все увидите. Он нас пригласил, он купил гриль Борг электрический. Пригласил нас на стейки. Ну что ж ты, рыжий пес, рыжий пес. Ребят, не надо делать отсылки ни к каким людям. Просто увидел рыжего пса. Красивый. Куда ты? Эй, Димас, выходи! Ту-т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 у. Я думал, ты с мячиком выйдешь. Слушай, а это у тебя что, прям немецкий забор настоящий? Немецкий, да. Ямало немецкий? Ему больше 200 лет. Ты что, не патриот? Быстро снеси этот забор. Наши деды за что воевали, блядь? Ты даже не позавтракал, блядь. Ты не похмелялся, что ли? Мы просто вчера с Димасом усугубили вечером. Без видео. Ага. Съемок. Димас продолжил дальше усугублять. Не, главное... Без видео. Нет, давай еще фишка. Без Митяя. Нет, фишка в том, что мы заходим в магазин. Там стоит Каскин Корва, водка финская. 0,7. Он такой. Ты можешь заткнуться на секунду? Да. Кузьмич, сука. Мем родился. Короче, в магазине Димас такой: не, давай 0,5. Я говорю: Димас, бери 0,7. Нас что нам с тобой 0,7? Ну, 0,5 это мало, литр много, бери 0,7. Димас такой: не, давай 0,5. Я говорю, да бери 0,7, блядь. Взяли 0,7. Выпили ее на двоих. И, ну, еще у Димаса оказалась еще бутылка коньяка какая-то. Этот. А, Маша принесла. Да. Маша принесла. Маша к нам пришла, да. Айк, коньяк. Димас говорит, давай по коньяку. Я говорю, Димас, не, я мешать точно не буду. Все. Да не, давай. Что ты, а ты же вообще хотел 0,5 брать? Ну, что ты на коньяк-то напал бы? Ну, вышла ошибочка. Короче, идем. Захейтят же, блядь. Захейтят. А ты же без камеры бы не подобрал, да? Короче, идем по каким-то этим катакомбам, блядь, по трущобам. Ой, смотри, чтобы не лазили, говном намазали. Солидолом, говном, блядь. Ты не знаешь, как солидол выглядит? Я же на заводе не работал никогда. Ну, я-то работал. Я знаю, что такое солидол. Да я просто по заборам лазил, ну как раз так измазывался. Идем, короче, в магазин за стейками. Вот, Макс, где-то вот здесь дом. Вообще-то мне надо было сейчас сделать два дела. Выпить пиво и покурить? Выпить пиво, три дела. Надо было зайти сейчас в этот планшет заказать, Миша, что привезли. Но. Новый iPad. А, так-то через интернет можно заказывать? Нету, а я его видел, только сейчас дозвонились до меня. Я звонил целый день. А где это находится, куда зайти? В Кадемарте, на площади. И мне надо было зайти в Пуловер, купить новую кепку с надписью «Кёнигсберг». А, вот это? А, слышишь меня? Кюник. Ты думал, хоть не калик. Хорошо, что не куник. Короче, идем в магазин за стейками. То, что Димас надо сделать, это похуй. Сейчас идем за стейками. Сука. И возьмем 0,5, а не 0,7 уже. Два раза. Ага, сейчас же уже. Опять же помирать. Нет, сегодня так слегка. Просто у нас такой этот званый обед, званый ужин. Перетекающий. Да Митяй, да ЗОЖ, это пиздеж. Нихуя, заебешь. Тра-та-та, тра-та-та. Так, нам в мясной и алкогольный.
А, вот Мираторг. Ромштекс. Я больше вариантов не вижу. Только тогда Викторию идти. Вот, Ромштекс нормальный. А, ты этот? Что, подешевле? Давай два Ромштекса возьмем, тебе хочешь. Да это ни о чем. Вот мраморная, видишь, мрамор. Вот это, да, порежем, да и все пожарим. Да похуй, давай, берем. Голяшка, ты. А надо. А что надо? Шею? Или миньон? Вот, давай возьмем. Антрикотище. Давай антрикот пожарим. Подожди, Мат. Давай антрикот. У него есть 4 штуки. Давай антрикот возьмем, пускай нам антрикот пожарим. Свинина, блин. Да охуенно. И вот так нарежем его. Смотри. Давай, давай, давай. Какая часть? Запчасть какая? Или дойдем до Виктории. Что это Виктория, там нормально стекло. Вот взяли, короче, мы никуда не пошли, шницель. Два шницеля. Вот два шницеля. Вот раз шницель, вот два шницеля. Вот оно. Наш любимый отдел. А, что это? Пивас какой? Ой, давай здесь пивточка есть. Прямо в этом же здании. Ну, давай. Я бы, если честно, Рэди Лагер купил бы, ребят. Кстати, не забывайте, Рэди Лагер фильтрованный в Красноярске. В сети магазина «Ценитель пива», ребят. Ссылка на инстаграм сети магазина «Ценитель пива» в описании. Там сможете найти все адреса. Там 26 магазинов у них по Красноярску. Кстати, с Иркутска люди приезжают, пиво покупают. Я офигел. Да? Да. Кстати, вот Спар, очень хороший охранник. Обычно мобильки камеры снимать. Ну, думали, нет, мы сначала не поняли, что это охранник. Вот без формы просто. Может, Тоби, вот это мясо выберите, вот это вот хорошее мясо возьмите. Вот он нам шницель и посоветовал. Вот, ну, хорошее. Подходим к водке, он опять за нами. Говорит, вот, ребят, вот водочка по акции. Это, типа, да, так, курицу, да. Там камеру выключили, он говорит, я просто здесь охранник, говорит, вы что, скажите, не секрет, что снимаете? Говорит, да просто видеоблог снимаю, как мясо. Он говорит, к нам претензий нет? Я говорю, нет, вообще претензий нет. Вообще, идеальный охранник в Спаре. Он говорит, хороший человек. А скажите, пожалуйста, у вас литовская, это литовская или польская? Это наше место. А, это калининградская. Так, тогда нам Вайзен. А Вайзен что? Это наше место. Наше место. Вайзен тоже? Пошли, говорю, вот пахсу, ну нормально, не русское пиво. А вот не русское пиво. Ну, это не то. Пойдем. Ребята, оказывается, в Калининграде в такую чудесную погоду есть даже катки. Смотрите, искусственный каток. Это искусственный каток, Димас? Это вот видишь, трубки лежат, вот, трубки поперек. Я понял, с фреоном. Да, а где охладительная установка, интересно мне знать. А, вот она, охладительная установка. Все, скоро лед уже будет. В центральном парке там, прям хоккейная коробка. Слушай, ну а здесь, а, вот они и шланга льют, ну. Слушай, интересно, они машины будут заливать или так? А где машины, я машину не вижу. Они же бортики поставят, блин. А, вот прям какая-то коробка. Хоккейная, да? Ну да. Там просто, ребят, вот такая же, вот такой же газон внизу. То есть там нет ни бетона, никакой подушки, ничего. Просто на землю положили. Давай возьмем вот литовская, вот женщина, голубенькая, она фильтрованная, хорошая такой, пшеничная. Вечно тебя какую-то голубятину тянет. Ну я же в Европе. Это Европа, я забыл. А Балтика девятка есть? Есть. Андрей, открывай. Солидно, солидно. Ух ты, блядь. Смотри, одна для меня, вторая для тебя. Чего, Андрюха? Пошел пошариться, что интересное, может, найдешь? Здорово. Вот, ребята, видите, у нас опять хохотунчик на канале, видите, есть. Он не пьет, а все время хохочет. Был у нас один такой на канале. Что с ним стало? Лучше не спрашивать. Отпиздили. Ну, не мы. Я в бассейне отсиделся. А, я еще и бегаю быстро. А, ну вот, видишь. А я плаваю неплохо. Плаваю, а держусь на воде. Синхронное плавание. Плавает говно. А мы ходим по дну. Ну что, Андрюх, как жизнь в Калининграде, расскажи. Супер, супер. Нравится? Да, конечно. Что-то. В Красноярске какие нынче погоды стоят? Минус 10. Снег, да? Снег, ну, тоже, да, тепло. Нет, тепло, ну тепло, да. А у нас как в Лос-Анджелесе. Да, да, да. Все зеленое, блядь, елка наряженная. Деньги валяются, видите, на каждом углу, блин. Да, это Калининград. Да, говорите, работы нет, работы. Если подходи, будут, подбирай, блядь. Вот, ребят, смотрите, такая квартирка. Ух ты, даже с биде. Ого, просторная варна. 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 Шкаф в купе. Варна. Ух ты, ну, смотрите, здесь спальня. А, это из балкона они сделали комнату, да? Диван. Это куда смотреть? Ой, в роль ставни смотреть? Сел и смотришь, блядь. Ты. Зал. Катя, привет. Привет. Слушай, и что, сколько вы отдаете аренду? 25 плюс счетчики всякие. Ну, 28 тысяч. Счетчики Гейгера? Да. 28 тысяч со всеми платежами. Ну, плюс, да? Плюс парковка еще. Ну, тоже круто, нормально. Так это было, получается, была двушка, да? Это евродвушка, евродюшка называется. То есть, ну, кухня-гостиная плюс спальня. Не, я так понимаю, здесь-то просто была двушка изначально. Снесли, ну, сделали. Я думаю, что нет. Хотя, может быть, что-то его знает. Да, вот здесь был коридор, здесь была стенка, здесь был вход в эту комнату, там был вход на кухню и вход во вторую. А, ну, может, двушка была обыкновенная. Ну, да, двушка 60, обыкновенная. 62 квадрата. Что, наливай пиво-то? Давай. Чё, не хозяин-то? Короче, мне прикиньте. Сейчас пишет чувак с Хакасии, тоже с женой собрались переезжать с семьей. У него там сеть какая-то ломбардов, он говорит, сейчас сеть продаю, говорит, уже покупатель ездит, и, ну, тоже, короче, получается подписчик. Димас-то, получается, подписчик с Инстаграма, да? Тоже переехал, посмотрел все. И тоже в Инстаграме пишет парень, тоже говорит, посоветую, где там, что, как. Сейчас пока что я что советую? Я советую всем, пока что, кто хочет переезжать, ребят, все подписчики, переезжайте в Калининград, здесь, во, классно. Классно же, да, Димас? Как вы заебали, понаехали. Димас, классно? Какой Димас? Ту, блядь. Игорь. Леша.
Андрюха, классно? Да. Пиздец, блин. Кать, классно? Класс. Ну что ты вот купили? Класс. Мы купили, что было. А что было, потому что ничего не было. Ну и короче, фишка в том, что я советую всем сейчас переезжать, снимать квартиру верхнего, в районе Верхнего озера, вот как ребята сделали. И ну поедете по Калининграду, по области, может возле моря вы захотите дом или что-то еще. Но в будущем мы с Димасом планируем все-таки взять землю возле моря и построить там либо блок-секции, да? Ну посмотрим. Посмотрим. Либо малоквартирный дом. И тогда вот все будем жить в одном месте вместе с вами. Кто все? С подписчиками. Кстати, ссылка на инстаграм Игоря, Димаса, Володи и Анатолия. Короче, ссылка на инстаграм Андрюхи в описании. Переходите, пишите ему, что, блядь, не общайся с Шиловым, он вас кинет, блядь. Ну, как все, что вы любите писать. Пизда твоему инстаграму. Успейте до 31 декабря получить новую карту Альфа-банка. Ребята, всего лишь по паспорту вы сможете получить кредит до 50 тысяч рублей, а по паспорту и СНИЛС кредит до 200 тысяч рублей. 100 дней без процентов вы сможете пользоваться этими кредитами. Рассматривают всего лишь за 2 минуты, очень большой процент одобрений. Сейчас как раз предновогодние праздники, я знаю, у всех в обрез денег. Ребят, Альфа-банк вам поможет. Самое главное, что больше 3 месяцев это беспроцентный кредит. Вы сверху ничего не переплатите. Ссылочка на заявку в описании к видео. Подавайте заявку, вам обязательно одобрят. Ну налей, попробуй этого говна. Так оно разное, да? Да, да. Хорошо. Вот это немецкое он взял. Это литовское. Литовская. А что вы пробку снимете? Вот это. Это? Да. Это живое? Ну это как Вайсбир, не знаю. Пойдет, да? Ну попробуй. Ну ничего. Тоже хорошо. Ну я сейчас говорю. Я тоже нарежу, пожалуйста. Сейчас. Акуня-то где? Акуня. А я везде постоянно разбрал такого же пива. Оно там просто напилось. Слышишь? Конопляно, прямо листок марихуаны нарисован. Прикольненько. Прикольненько. Вайсбир. Ба-бутауту. Так, вы что, сразу? Нет, давай окуней сначала. Давай сначала окуней спьем. Ну давай пока не будем готовить. Давай, попозже. Давай пока окуней спьем, поточим. Так, кстати, вот окуней, которых вот мы где вчера с тобой рыбачили, это вот мы это там же, это мы с Димасом их наловили, с Серегой. Серега их за это. Да, это вот они уже завязались. Да. Да, Таня меня выгнала с ними из дома, пришлось в багажник их позвать. Вонючие, да? О! Выловлены собственными руками. Вот этого я ловил, я его даже подписал. Да ладно. Да, там, это, блин, внутри. Мой. Ты что, ничего не поймал? На кишках. Как так, всегда. Тогда это мы наловили просто пол ведра. Все, ребята вели здоровый образ жизни, а мы их раскодировали. Сейчас понесется душа в рай. Ну, да. Только расскажи, чем занимаешься? Строитель. Строительство, да, в Красноярске занимался? Строительство. Я здесь буду заниматься строительством. Сейчас тоже с Димасом буду договариваться. Ну, вроде как по разрешениям, ты главный в Калининграде. Не, сейчас главный Митяев. Полиповым, Полиповым. Он вхож в этот, в горсовет. Выключаем камеру. Так, короче, включаем гриль. Да, гриль крутой, кстати, всем советую. Что стоит? Этот стоит 23, по-моему, что ли. Так, это что у нас? Это миротворк, а это стриплоидный, да? Стриплоидный, да. Ты говоришь, сейчас все на нем жаришь, да? Теперь все. Газом вообще не пользуешься? Вообще не пользуюсь. А это ты что, ты мотоциклист, что ли? Шлем? Да, это шлем. Где мотоцикл? Так это, по дому оденешь, мультиварку оделывал. Катя, давай ради выигры устроим, давай. А там что-то на ночь надевается. Падает с кровати. С ним где-нибудь спать с похмелья, просыпаешься, хоть человек с мультиваркой на голове. Ну все, ожидаем. Ну давайте, ребята, в августе у нас родилась новая ячейка общества. Да-да-да. Андрей и Екатерина. Хочется выпить за вас. Под эту негритянку, нельзя это говорить. Что за расисты? Под эту музыку американскую. Совет вам на любовь. На любовь. Горько! Горько! Раз! Два! Смас идет у нас, кажется, в конце вечера этот мужчина за камерой. Слушайте, а когда свадьба у вас будет? Ну, вообще будет? Я думаю, скоро, да. А где, в Красноярске? Куда ехать? Или в Иркутск? Я еще не знаю. Еще не решили. Так, Димас, что дарить будем на свадьбу? Книгу. Че? Все, кнопка погасла, да? Огонек погас. Ой-ой-ой-ой-ой. Сколько это? Ну, получается, переворачивать не надо или надо? Ничего не надо делать. Пока на 3 минуты поставим, посмотрим, потом стоим. Ну что же они как 7 минут с одной стороны? А какой ты будешь делать? Не. Well done, medium well. Скорее всего, это будет medium well, скорее всего. Да? Или medium. То есть розовенькая. Или medium rare. Или rare. Нет, rare это прям с кровью. Но.
У нас будет уже такая брызга с мейтингом ойлом. Ой, какой запах пошел-то, а? Ну что, он перекает за 40 секунд примерно. Вот это да. Реклама гриля Борг. Надо такой же купить. Главное, мне естественно, там есть точно такой же гриль, только с щупом. Ну, щуп, который мясо пихается, температуру показывает внутри мяса, да? Он стоит 38 сейчас. Так он нахер не нужен, да, этот щуп? Ну, какая-то тактика, он нужен. Ну что, открываем, посмотрим. Не знаю. Вай-вай-вай! Ух ты, бля. Хватит или еще пожарим? Давай я еще. Такую рыбу. Не, надо еще. Любишь, да? Я такую рыбу. Бля, так... рыбу сырую не жрет, мясо сырое жрет. Пиздец, бля. Жарь еще! Еще минутки две, да. О! Что дальше делаем? Бренд шеф-повар, что делаем дальше? Солим? А это морская соль? Нет, прикольно, мне нравится даже не сам вкус. У тебя жалели. Такой нет, к сожалению, да. Ну, реально морская или поваренная? Поваренная, поваренная. А, это другое, да, оказывается? Блин, я смешал. Ого, ого-го, ого-го, ого-го-го! Все, мясо отдохнуло. Все, мне прикольно, что... В жопу поездки на природу, теперь к Андрюхе домой ходим, у него гриль охуенно. Углей покупать не надо, ничего не надо. Ты напиши, что ты стройкой занимаешься, ты этим, борками торгуешь на рынке. С грилями. Это уже well done получился. Нет, это не well done, она розовенькая, да. Ближе к Лобану, конечно, да. Не, классно. Да? Само то, он такой должен быть. Не знаю, вы просили такой, я вам такой сделал. Давайте. Давайте за знакомство, за шикарное блюдо, приготовленное Андрюхой. За ваш переезд. Да, за ваш переезд. Будьте счастливы. Сибиряки приехали, ребят. Сейчас скоро еще одни подтянутся. Давайте, давайте, переезжайте все к Калининграде, у нас такой анклав будет. Как раз потом Калининград переназовем Радигорск. Красноярск 2. 26, блядь. Своей мамой, я все говорю. Но это еще не то. Вот тот стейк самый вкусный. Да? 100%. Я говорю, это вообще рядом не стоял. Ну, с кольцом попалось нормально. Самый вкусный стейк-бавет. Вот здесь себя с меня тоже русские жарят на гриле. Пошли готовить стейк-бавет. Вот, ребята, вот так моется гриль. Протирается влажной тряпочкой. Без всяких средств, да? Без всего. Все, а вот Андрюха мне дал это. Что мы купили? Шницель. Достаем мясо из упаковки, лишнюю влагу промакиваем бумажным полотенцем. Перед приготовлением мясо должно быть комнатной температуры. Накрываем мясо пищевой пленкой и отбиваем с двух сторон, чтобы толщина куска стала примерно 3 мм. Солим и перчим по вкусу. А, обваливаем шницель в муке, окунаем во взбитое яйцо, обваливаем в панировочных сухарях, убираем на 15 минут в холодильник. Блять, как сложно! Заебал ржать, блядь. А если мы ухаживаем, что она будет невкусная? Ну это не то мясо, но она будет, ну прикольно. Ну вот давай, ради прикола, сейчас попробуем. Не, ну пожарим. Нет, я предлагаю его все-таки вдоль разрезать. Да я знаю, я сделаю, я сделаю. Не надо его резать, ты че? Да, я пожарю его, без проблем. Да прожуем чему? Ну? Дорогой Дмитрий. Да стой! Не пил 3 месяца, а то и больше. Да стой. Приехал в Калининград. Сердечник, да. Как говорится, выпьем за тех, кто был слаб, но выздоровел. Вот так вот. Слаб, но выздоровел. Я переведу, за здоровье. Преодоление болезней только кроется в нас самих. Ну тоже все, пьянка началась. Это же хорошо, суббота все. Ну да, да. Андрюх, я тебе скажу, просто переходить на водочку. Не-не-не, водку не выпить. А сердечником вообще это противопоказано? Не, я знаю, так я вино вообще пью, вино просто. Я когда в кардиологии лежал, мне врач сказал, либо водку, либо коньяк, все. Не, он говорит, либо водку, остальное... коньяк, либо вино. Про остальное тебе забудь. Про дозу говорил? Да. Говорил, но я прослушал, понятно. Я говорю, ну слышал просто водку и пошел. Мне хватило этой информации. Ну вот, ребята, баветка, это коронное блюдо от Андрюхи. Багет. Багет, да. Хотел кровью пожарить, но проебался. Нет, нормально он пожарился. Есть. Ну, Димас, есть. Давай, наливай. Чтоб кровь была, Андрюха себе палец порежет, там, блядь, польет, блядь. Ну, за присутствующих здесь дам. Катюха, зайдем тебя. Давайте. Похмелились, так похмелились. Другой стейк? Понимаешь разницу? Да. Прям есть. Пиздец. Вот это прям стейк с ресторана. Но он так. Он более сочный. Но он прям сочный. Вкус другой. У него другие волокна. Другая, да. А, это тоже? Это наш, да, уже? Тоже ваш. О, класс. Подумай, шницель пошел. Это шницель, да. Как тетрадка по-русскому. Вот с кровью. Вот с кровью. Ну да. Слушай, я тебе скажу. Неплохо. Ну, да. Просто воскроет, потому что он... Не надо и в муке обваливать, и в яйцах, и в панировочных сухарях. Вот так вот мы отобедали, ребята, вон Андрюхи дома.
В общем, ребята, переезжайте в Калининград и готовьте с нами, готовьте как мы, готовьте лучше нас. Но это еще не конец видео. Ну, ребята, поели, в зубах ковыряемся, женщины моют котел, пилетный котел, гриль, пьяные разговоры пошли. Да, ужин топи, вечером не топи, блядь. Почему ты, блядь, не полную льешь, себе половину, ничего пойму? Ты меня соблазнить хочешь? 150. Чтобы я была пьяненькая и доступная? 150 и 80, не забывай. Грамм? Ну, за что? Ну, салют, как говорят. Красноярске. В Испании. Салют, господа. Не, ну за что-то. Что, мы алкаши просто так пить? Ну да. За наступающий Новый год. Это уже такой маленький калининградско-сибирский корпоративчик. Нет, если уж мы в ЦИ Европа, то давайте за... с наступающим Рождеством. Каким Рождеством? Христовым. Не, ну это так, по... Так он по католическому... после Нового года. По католическому календарю, он говорит. По католическому. Пошел ты, я не буду допить. С Новым годом. Блять, я один дома... Я один дома смотрел, один дома два, они 25-го празднуют. Вот и празднуем, блин. О, все, ребят, видите, как Катя на войну собралась, видите, как кобуру одела. Ну, спасибо этому дому, пойдем к другому. Пойдем дальше. Вы ждите всех. Да нет, мы вас с собой не берем. Вы не пьете. Хороший стоп, кстати. Вот, ребята, я очередную шапочку купил новую, прикиньте. Как фирма называется? Off-White. Как? Off-White. Я даже не знаю, что Китай, за шапка. Да? Сам-то Китай. О, смотрите, какой вообще под мой этот дождевичок, блядь. А где такие бронежилеты продают? У нас здесь. Тоже вообще охуенный, да? А зачем тебе? Вот там желтый. Ну вот здесь бутылку можно таскать сзади. Вот здесь рюмки. Не, ну инструмент уже какой-то. Сколько он стоит? 3500. Спасибо, дорогой. Как? Ну мы же в Европе. Сука, ты что хрюкаешь? От счастья. Ребят, зашли в торговый центр Клода. Давай, веди. Кто там рекламировал? Здравствуйте. Была кепка, я в рекламе, он его научил или нет? Да, он меня в рекламе видел, я его привел за шнифру, покупай. Черный на черном? Тебе понравилось? Да, мне понравилось. Ну-ка, покажи. Нормально. Нормально, только что Кёнигсберг не видно. Принтовского Кёнигсберг. А, только Кёниг, только Победа. Ну, такая прикольная. Это не реклама, ребят. Просто торговый центр Кловер. В Калининграде приезжайте. Не реклама. По кисельку? Да и не даст запивать надо. Да на, а прямо медом пахнет, да? Хреном, медом. Ребят, за вас, за всех. Всех с наступающим Новым годом. Счастья вам, любви. Чтобы у вас в этой жизни все случилось. Чтобы вы прекратили хейтить и завидовать. За вас. Ну все, был положительным персонаж, стал теперь отрицательным. После хейтить и завидовать. Поини недоценки. Так, ребята, Вадим. Привет. Привет. Я офигел, да, я зашел, они мне говорят, привет, а мы тебя знаем, да? Да, откуда знаете, Вадим? А? Откуда? Свет-клуба. Ну-с, господа. Вадим, тестует. За здоровье? За что еще пить? Мы уже пили за здоровье сегодня. В любом заведении для нас всегда был накрыт стол. Слушай, это нам, что ли? Вот, ребята, елку у нас прям посередине озера сделали остров специально под елку. Да, Дима? Здравствуй, Дедушка Мороз, борода из ваты. Ты подарки нам принес, друг детей, хороший. Хороший. На санях крылатых надо было сказать, правильно? Я это забыл. Все принес, все раздаю. Сами видите, ребята, если хочешь, подарю на санях крылатых. Подходи, не стесняйся. Давай, спасибо. Дедушка, Маля. А, красавчик, вот лучше. Вымахал, да больше Дена, елки-иголки. Нифига себе! А уже поздняк! А уже поздняк, ты встрял! Димас, снег! Снег, снег, мы же ребят, мы нашли снег, снег, ура, ура, ура! Сколько много, какой сугроб огромный, а? Ныряй, сугроб! Бой Симоновым, ныряй, блядь! Снег, нет. Ну это просто ледовая арена, а здесь все машины. Но! Сейчас выбежит какой-нибудь злой клоун. Сейчас, завтра едем куда-нибудь или на созвоне? Ну, на созвоне. Давайте. Да. Так-то можно было бы сгонять к морю. Завтра на море. Все, море! Vamos, señores, señoritos. Пиздуйтесь, домой-то. Ребята, мы наебедились!